Ой, например, а что для меня можно найти? Нина Денисова – укладчица кондитерских рулетов. Говорит, на предприятии одна смена длится 8 часов. Все это время на ногах. Женщина признается, уже не по возрасту работа. У меня работа есть, но она тяжеловата для меня уже. Так что хотелось бы чуть-чуть полегче что-нибудь. Но если я кому-то только пригожусь. Пенсионерку понять можно, кто возьмет пожилого человека, пусть и с колоссальным опытом. Но организаторы ярмарки вакансий центров занятости уверены, Нине Денисовой просто не хватает информации. Сегодня на площади Советов только ленивый не нашел работу. Специалисты предлагали кузбассовцам порядка 30 тысяч вакансий, причем все желающие могли даже пройти тестирование, чтобы понять, к чему душа лежит на самом деле. Тестирование идет минут на 5-7, для того, чтобы не занимать человека. Мы определяем его интересы, склонности и в соответствии с результатами тестирования подбираем ту сферу деятельности, в которой он будет успешен, и, соответственно, те профессии, в которых он может себя профессионально реализовать. Тестирование определяет тип человека, после чего компьютер выдает результат с возможными профессиями. В Кузбассе не обходит стороной и тех, кто может быть даже дирижером, пускай и с одной рукой. Мы готовы за каждое рабочее место, которое будет создано для конкретного инвалида и оборудовано каким-то, теми видами оборудования, которые необходимы ему по медицинским показаниям, мы готовы оказать определенную финансовую помощь. 353 человека сегодня получили консультацию. По мнению организаторов, это хороший результат. Приурочим в следующий раз к очередной сельхозярмарке, говорят в департаменте труда. И возможно, что уже к тому моменту у Нины Денисовой будет больше свободного времени. Аксинья Северная, Остап Григорьян, Константин Червяков. Новости моего города.